Ну, здравствуй. Здравствуй, Тайган. Это первый Тайган, которого я здесь увидел в Киргизии. Что самое интересное, хозяев этих собак я еще не вижу. А вот этот вот милый пес вышел меня встречать. Вообще, если честно, у меня сразу началась ломка стереотипов, потому что я читал, что эти собаки к посторонним людям не подходят вообще. А здесь такая удача. Ну что, это хороший знак, это очень хороший знак. Этому начинающему охотнику нету еще и года. На серьезное дело пока его не берут. Ему приходится оттачивать свое боевое мастерство, пока вот просто на шкурке лисы. Этот тренажер называется черга. Обычная палка привязывается, шкурка лисы. И собака тренируется вот таким вот образом. Развивается ловкость такими упражнениями. Ловкость и скорость. Кстати, название породы этих собак – тайган. В переводе с кыргызского означает «догони и убей». Первые борзые собаки появились примерно за 7000 лет до Рождества Христова. Как только человек приучил лошадь, вместе с этим появились и борзые собаки. А кыргызы добавляют, что практически сразу же появились и ловчие птицы. Это древнейшее искусство.